Вы смотрите программу «Мандарин», и традиционно новогодние праздники мы встречаем вместе. А именно, я, Стас Волосняков, Антон Олейников и Марина Богатырева. Ну, начнем с того, друзья, с Новым годом! А как сохранить трезвость ума и памяти, взбодрить сознание и дух, и как прочитать 13 томов советской энциклопедии всего лишь за 10 дней, нам расскажет наш гость Валерия Мирская, руководитель школы скорочтения и управления информацией по методике Васильевой. Добрый день! Здравствуйте! Всех с Новым годом! Валерия, вы разделяете мнение, что Новый год – это особенный праздник? Что он значит для вас? Да, абсолютно разделяю мнение это. И для меня это самое настоящее волшебство. То есть я верю в Деда Мороза, верю в его оленей, верю в волшебство и в чудо, которое происходит. Валерия, а чем занимаются в вашей школе скорочтения? Ну, прежде всего, существует ошибочное мнение, что раз мы школа скорочтения, значит, мы читаем каждый день по 4 часа. Я вообще думал, что у вас просто там скороговорки учат целый день и все. Нет. А расскажите, что это? Чем занимаетесь? На самом деле мы больше управление информацией. То есть у человека обычно работает одна часть головного мозга. Мы заставляем... Новогодние праздники, по-моему, и одна даже не работает. Бывает и так. Мы заставляем работать две части головного мозга. Чтение на скорость – это скорее удовольствие, потому что ребятишки видят, как они за 7 занятий прибавляют и растут. А в вашу школу могут приходить только дети или взрослые тоже могут прийти и научиться? Некоторые взрослые тоже признаются, я не умею читать, там, я не успеваю прочитать. Если я не запоминаю стендапы, я могу к вам прийти, и тогда я буду запоминать? Добро пожаловать, будете запоминать через 2 месяца, дай это Бог. Точно. Да. Нам надо через 5 минут, чтобы он запоминал. Директор Кургандру, я начну читать через 2 месяца стендапы на зубок. Сотрудники центра доктора Гаврилова собрали своих клиенток вместе, чтобы активно провести праздничный выходной. Что из этого получилось, узнаете прямо сейчас. Сегодня мы собрались с нашими клиентками после новогодних праздников, чтобы ощутить легкость, радость праздника, чтобы вот похвалить наших клиентов, порадоваться вместе с ними, что цели достигнуты и впереди еще много чего интересного. А чтобы встреча запомнилась, специалисты центра и 4 клиентки, про успехи которых мы рассказывали вам на протяжении последних месяцев, не стали пить чай дома в тепле и уюте, а вышли покорять очередную вершину – горку в Центральном парке культуры и отдыха. Как ваше настроение? Отлично! Мы самые довольные! Почему? Потому что мы можем смело это делать. Сейчас легче забраться и легче катиться. Дальше укатываешься, веселье, ветер. Для этих девушек Новый год 2016 стал первым, когда лишние килограммы не омрачали им столь любимый праздник. Они поделились с нами, что теперь им с легкостью покоряются не только горки, но и традиционные застолья. Нет той тяжести после того, как ты наешься, вот это эти салаты, жаркое, всевозможная такая еда. Потом все вот эти 2 недели ты воюешь, можно сказать, с той неправильной пищей. А здесь поел так хорошо, ничего сложного, и потанцевать, и отдохнуть, и с гостями пообщаться, и в гости съездить, никаких проблем. К тому же некоторые пересмотрели свои взгляды на окружающую их действительность, признав, что новая жизнь им по вкусу. Смелости добавилось, радости добавилось, людей знакомых добавилось. Для некоторых снижение веса было не целью, а средством исполнения мечты. И под Новый год, как известно, чудеса случаются. Самая главная цель, кстати, у меня была не снизить вес, но для того, чтобы родить 2-го ребенка, да, вы, наверное, помните. Так что вот на данный момент могу сказать, что наша цель достигнута. На данный момент, и вот даже несмотря на это, я сегодня здесь катаюсь, радуюсь, потому что все легко, здорово и супер просто. Специалисты Центра снижения веса признались, что очень гордятся своими клиентами и готовы помочь с проблемой лишнего веса каждому, кто к ним обратится.
снижения веса доктора Гаврилова поздравляет всех курганцев с наступившим 2016 годом и приглашает на нашу компьютерную диагностику, на анализаторе тела, которая выявит причины набора лишнего веса. Также мы проведем бесплатную консультацию, на которой более подробно расскажем. Купоны со скидкой на услуги Центра снижения веса доктора Гаврилова ищите в журнале «Теле7». Клиентки Центра доктора Гаврилова на собственном примере показали, как легко жить в стройном теле. А вы, бизнес-леди, чем радуете своих домашних, какой домашней едой? В Новый год, это уже традиция, для своих домашних готовлю я обязательно. Почему? Потому что с энергетикой можно своим близким через приготовленные своими руками блюда передать свою любовь, свою... Энергию скорочтения. Да? Вот так мы ловко подвязались. Что немаловажно. Да. А я, кстати, хотел тоже сказать немножко о кухне. Мы ведь находимся в замечательном месте. Ресторан «Япошкин дом». Вам огромное спасибо за радушный прием. И, кстати, у них отличная служба доставки. Я как человек... То есть проверял уже? Не женатый, да, проверял. Мне кажется, Антону просто заплатили, чтобы он сказал. Конечно, мой брат директор этого ресторана. Ну и как мы выяснили, без женской заботы в семье очень сложно. Что будет, если отдать на воспитание всех детей и всю семью отцу и отправить его в полевые условия? Посмотрим в рубрике «Эксперимент». Мы часто любим отдыхать всей семьей, но что делать, если мама большого семейства занята, а дети, ну, очень хотят веселья? Сегодня мы выясним, может ли папа на целый день занять детей и не сойти с ума. Саш, привет! Как часто ты остаешься с детьми? Довольно-таки часто, потому что супруга работает, и мне приходится иногда занимать время их. Это очень, конечно, здорово. И мы сюда вот ездим практически каждый год, и вот решили в этом году пораньше, не в Новый самый год, а вот пораньше, чтобы, во-первых, здесь посвободнее, и можно насладиться всем, и сегодня погода позволяет это делать. Нашего героя и очаровательных детей мы позвали на базу отдыха Федерации Стрелец. Здесь развлечений целая уйма, и горки, и лыжи, и лазертаг, и пейнтбол, и тир как для маленьких, так и для больших. Я и нам с собой тюбинг взяла, пошли! А если вы немного устали, то можете передохнуть, согреться чаем, перевести дух и перекусить в уютной обстановке. Саша, вы полдня уже отдыхаете. Какие у вас ощущения, впечатления и нравится ли вам тут? Ой, тут все очень замечательно. Мы сейчас вот уже столько постреляли в тире, сходили, покатались на лыжах. Сейчас вот немножко решили перекусить. Ну и потом у нас мероприятие хотим закончить, чтобы сходить в баньку, там покушать, отдохнуть, то есть в домике. В чем плюс отдыха на базе и довольны ли у тебя дети? Большой плюс в том, что здесь все в одном месте находится. То есть такое разнообразие, сконцентрировано в одном месте. Не надо никуда бегать, идти куда-то там, дополнительно ехать. В одном месте захотел, пошел на коньках, на лыжах, но на тех же вот, тюбингах. Тут баня, тут отдых, тут можно пострелять в тире. То есть вот, удобно сплоться в этом. И ну, детям, думаю, очень нравится. База отдыха Федерации «Стрелец» предлагает развлечения как на свежем воздухе, так и в помещении. Сюда можно приехать всей семьей и не опасаться, что кто-то заскучает. А после насыщенного выходного дня приятно отдохнуть в большом, теплом и уютном коттедже на горках. Здесь можно и поваляться, и спеть в караоке, и перекусить. Также работает отличная парная и большой бассейн. Дети веселые и целые, папа доволен и жив. Будем считать, что эксперимент удался.
Принимаем железо по 7 рублей, самовывоз 6 рублей килограмм. Медь 270 рублей, бронза 160 рублей за килограмм. Улица Тропинина, 22. Телефон 55 90 90. Самые низкие цены на мебель в городе. В новом оптово-розничном центре «Мебель со склада». «Мебель со склада». Улица Омская, 131. Ателье «Зимушка». Изготовление и ремонт меховых и кожаных изделий. Дубленок, головных уборов, пальто. Табольная, 54. Офис, 107. Фотография номер один – это воплощение ваших самых ярких новогодних фантазий. Семейные и индивидуальные фотосессии. Куйбышева, 65. Телефон 42 13 70. Мебельный салон «Регина» поздравляет курганцев с наступающим Новым годом. Новогодняя распродажа. Гостиные, спальни, столы и стулья. Скидка до 20%. Компания «Домофон Плюс». Установка, ремонт и техническое обслуживание домофонов. В Новый год с уютом и теплом. От фирменных отделов «Кыштымский трикотаж» праздничная скидка 10% на все. Достойно и доступно. Качество гарантируем. DHL Express – мировой лидер в области экспресс-доставки и логистики. Поздравляет клиентов и партнеров компании с Новым годом и Рождеством. Новый год придет сам, остальное доставим мы. Меланж приглашает на обучение профессиям с последующим трудоустройством. Парикмахер, визажист, косметолог, массажист, мастер ногтевого сервиса. Подробности по телефону 605-155. Качественные натяжные потолки, профессиональный монтаж. При заказе потолка люстра в подарок. Компания «Идеал Монтаж». Идеальные потолки у вас дома. 61-66-99. Индийская легенда гласит, бабочки могут исполнять желания, стоит только тихонько их им прошептать. Уникальную возможность увидеть мир разноцветных насекомых в Кургане стало возможно совсем недавно. Экспонатами выставки «Живые тропические бабочки» стали представители Юго-Восточной Азии, Америки, Африки. В общей сложности около 20 красочных и редких видов. Чем славится именно наша выставка и чем она выгодно отличается от остальных подобных? На нашей выставке представлено очень большое количество бабочек, более 100 штук. На данный момент и в конце недели ожидается уже около 200. То есть это считается самая крупная выставка бабочек в России по численности самих бабочек. В экспозиции выставки находится своеобразный жилой комплекс для насекомых. Например, здесь крылатые красавицы появляются на свет. Сейчас к вылуплению готовятся около 300 куколок. В роддоме, а точнее инсектарии, они проводят несколько дней. И сам этот процесс рождения посетители могут наблюдать. Могут наблюдать, как эта куколка, процесс превращения самой куколки, из такой маленькой, в саму бабочку, как она расправляет крылья, как она вылазит из куколки. Это очень интересный, увлекательный и познавательный процесс. А это их ресторан. Он позволяет бабочкам поддерживать себя в тонусе и форме несколько дней по времени их небольшой жизни. В меню насекомых входят перезрелые фрукты, самое любимое лакомство и медовый сироп. К последнему блюду особое отношение. Если мед низкого качества, потреблять напиток гурманы не станут. В Кургане выставка пробудет до конца января. Для посетителей организаторы проведут экскурсию, где гости смогут бесплатно сфотографировать бабочек и вживую познакомиться с заморскими гостями. Трогать руками красавиц не рекомендуют. Насекомое очень хрупкое, но это и не нужно. Главное просто насладиться красотой. Светлана Епифанова, Юлия Пастухова, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру». Восточные танцы детям даются очень легко, и чем раньше ребенок приступит к их изучению, тем больше успехов вскоре он сможет достичь. А поможет в этом опытный преподаватель и руководитель студии Оксана Грищенкова. Она и покажет, и расскажет в доступной форме, и научит применять технику танца живота. В нашем клубе есть детский фитнес, это непосредственно танец живота для девчонок, а также акробатика на пилоне. Девчонки занимаются с 5 лет. Вот, и группы поделены на две возрастные категории – до 10 и после 10 лет. Еще одна приятная новость – набор в студию фитнеса «Роксана» ведется постоянно. В любое время все желающие могут прийти в клуб и записаться на те направления, которые им по душе. А как известно, танцы развивают не только способность правильно двигаться под музыку, но и являются прекрасным способом работы над координацией, пластикой и гибкостью. Танец живота, во-первых, дает нам красивую осанку, пластичность. Это очень полезно для внутренних органов. Вообще танцевать именно танец живота. И, конечно же, укрепляются мышцы спины, что очень важно для осанки, особенно для маленьких девчонок. Фитнес-студия «Роксана» рада видеть каждого. Кстати, теперь для удобства жителей Заозерного открылся новый зал по адресу 3-й микрорайон, дом 35. Приходите и не пожалеете.
Валерия, традиционно в программе «Мандарин» мы делаем групповое селфи с нашими гостями, поэтому предлагаю сейчас все вместе. Стас, ты не наша группа. У тебя раньше лучше. У тебя рука короткая. Давай. Давайте заново. Давайте. Во. Влизай, все там. Да. Так-то забавно будет, что вот мы с тобой вдвоем, и там рука стасала такая. Вот. И ищите в Инстаграме наши фотографии с хэштегом «Мандарин45», а мы продолжаем наш эфир. Валерия, вы сказали, что вы любите активно встречать Новый год, и курганцы этот 2016 год тоже встретили очень активно. Посмотрим сюжет с новогоднего пробега. Это стало доброй традицией – встречать Новый год не за столом, не у телевизора, а на свежем воздухе. Третий раз подряд мясокомбинат «Виллис» превращает новогоднюю ночь в настоящий спортивный праздник. Праздник, на который собираются молодые и взрослые, дети и родители, друзья и родственники. 2016 год не стал исключением. В поселке Заозерных встретились все неравнодушные, активные и жизнерадостные жители города, чтобы убежать от старого навстречу светлому новому. Кто-то пришел впервые, а для кого-то это целая семейная традиция. За 5 минут до наступления Нового года был дан старт забегу на дистанцию 850 метров. На улице более сотни курганцев пришли на традиционный забег и всей толпой бегут из старого года в новый. Это уже становится традицией новогодней, сделать забег из старого года в новый год. Это очень здорово, очень отличается от обычного, так сказать, встречания новогоднего праздника, очень колоритно. Мы впервые приняли участие в этом забеге, мы пришли всей семьей, ну, чтобы провести время активно, весело и дружно всей семьей. Это задаст настроение, бодрости, движения, позитива, драйва и чувство единения со всеми людьми. Потому что надоело сидеть уже 40 лет, ну нам 40 лет в смысле. Надо что-то новое. Вот изменили всю свою жизнь. Новый год. Дети взрослые уже. Так вот все. Поздравления от забега. Отличные. Видите, мы пропустили поздравление президента, все бросили. Ради забега, все бросили. Товарищи, нужно заниматься спортом. Это самое главное. Здоровье, сила и любовь. 2 года подряд спортивный праздник проводился на центральной площади Кургана. Но в этот раз были внесены некоторые коррективы. Но ни смена места, ни холодная погода не остановила 1000 курганцев. А именно столько людей пришли на пробег. Ощущения очень хорошие. Главное, пока говорю, чтобы губы не замерзли. Сегодня минус 30. Мы, конечно же, думали, что забег состоится. Но я не думал, что состоится в такой массе людей. Мы специально перенесли пробег сюда. Почему? Потому что здесь есть зал, где человек может зайти погреться. Не на улице будем чай попить, а именно в зале. И мне кажется, у нас сейчас все очень хорошо получилось. Только фальш-старт один был. У нас один из организаторов хотел просто снегоход прогреть немного и тронулся. А те люди, которые уже собрались, как дали, но нас же не остановишь. Вот, но потом все вернулись назад и все же пробежали. Ну и трассу в этом году сделали, конечно, не 1500 метров, а 850. Тоже получилось очень хорошо. Ну люди довольны, и главное. Понимаете, ни одного пьяного, ни одного курящего. Очень приятно видеть. Всех гостей праздника развлекали на сцене танцевальные и вокальные коллективы города «Веселый снеговик», «Дед Мороз» и «Снегурочка». По итогу спортивного состязания, в котором, конечно же, не было проигравших, мясокомбинат «Виллис» приготовил для гостей горячий чай с бутербродами. Подарками были отмечены курганские ветераны спорта, которые еще в прошлом веке собирались семьями, выходили на центральные улицы и устраивали ночной марафон. Именно их инициатива вдохновила «Виллис» на организацию новогоднего пробега. И с тех пор у курганцев есть уникальная возможность встретить Новый год по-спортивному. И каждый верит, что это изменит его жизнь и сделает ее активной и удивительной. Валерия, скажите, вы верите в гороскопы и читаете астропрогноз на будущий год? Обязательно. Что вам насоветовали? Кто по знаку зодиака? Я водолей, и год обезьяны следующий должен быть для меня очень удачным, продуктивным и счастливым.
Мне всегда казалось, в гороскопах всегда пишут одно и то же. Год будет продуктивным, удачным. Представляете, если бы написали, у вас будет ужасный год, ничего не делайте, не выходите. Я бы поверил. Ну, у тебя всегда такой год. Смотрим гороскоп. Компания «Удачные дома» поздравляет зауральцев с Новым годом и Рождеством. Желаем вам уюта, тепла и благополучия в наступающем году. В предыдущем году родители не сильно давить на своего ребенка, даже если отношения будут складываться не так, как хочется. Побольше терпения вам, мама и папа. Малыш в этом году будет отличаться спокойным поведением и усидчивостью, так что пусть отдохнут все бабушки и дедушки. Успех во всех начинаниях будет сопутствовать детей-близнецов. Родители, вам остается только радоваться и улыбаться. Спокойное и тихое время наступает для непосед, для их родителей. Самое время найти веселые хобби для малышей. 2016 год львята станет периодом проявления их сильного характера. Мамочкам стоит запастись терпением и только поддерживать свое чадо. Дальше будет легче. Родители, не бойтесь ходить на родительское собрание, где вы порадуют вас хорошим оценкам и отличным поведением. Мамочки, порадуйте своих малышей. Лишние порции конфет и хорошие оценки не заставят долго ждать. У скорпионов энергия бьет через край. Важно направить ее в нужное вам русло. Стрельцы, забудьте о проблемах и домашних хлопотах. Маленький стрелец берет все в свои руки. Для него это успешный и насыщенный год. Побольше свободы активному козерогу. В этом году он познает мир. Новые впечатления и знакомства пойдут ему на пользу. Этот год будет шумным и веселым для маленьких водолеев. Мамы, не опускайте руки и просто ждите тихой погоды у моря. Ждет прибавление семейства. У малыша развивается чувство сострадания. Самое время завести любимого питомца. Каждая мама стремится отдать своему малышу не только любовь, но и окружить его самыми лучшими вещами. От бутылочки до первого транспортного средства. Кстати, в магазине «От мамы к маме» огромный выбор стильных, красивых детских колясок. Сегодня мы отправились именно сюда. Для малышей и детей постарше. Прогулочные и универсальные. Однотонные и разноцветные. Каким бы ни был ваш малыш, коляску в этом магазине вы ему точно подберете. Ольга, добрый день. На чем специализируется ваш магазин? Наши магазины, они для самых маленьких. Сегодня мы готовы предоставить нашим покупателям великолепный ассортимент, насчитывающий более 1000 наименований товара. Среди них абсолютно все, что необходимо для малышей от рождения и до 3 лет. У нас может приобрести товар абсолютно любая семья, выбрать на свой вкус и по своему карману. Уважаемые папы, если на ваши плечи выпала такая сложная задача, как покупка кроватки для вашего малыша, отправляйтесь в магазины «От мамы к маме». Здесь и ассортимент большой, и с выбором помогут. А если я затрудняюсь с выбором, волнуюсь, кто мне поможет? В наших магазинах работают квалифицированные продавцы-консультанты, которые чутко и умело подходят к обслуживанию наших клиентов. Автокресла, обеденные стульчики и многое другое. Весь огромный ассортимент магазина сертифицирован. Товары из Италии, России и стран Прибалтики удовлетворят даже самых взыскательных родителей. Ну а если у вас проблемы с ипотекой, здесь вам тоже помогут. В магазинах «Мир детских колясок» и «От мамы к маме» всегда помогут молодым родителям в выборе лучшего для их малыша. Валерия, ну а сейчас у вас есть уникальная возможность. Вы можете почувствовать себя прямо как президент Российской Федерации и пожелать всем нашим телезрителям все, что вы хотите. Уважаемые курганцы, я поздравляю вас еще раз с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Пусть следующий год будет очень успешным и продуктивным для вас. И самое главное, берегите свой мозг. Он вам пригодится еще неоднократно в жизни.
Спасибо, Валерия, что были с нами в программе «Мандарин» в этом уютном заведении «Япошкин дом». Всего доброго. До свидания. До свидания. С Новым годом. Компания «Интерсвязь» постоянно работает над повышением качества предоставляемых услуг, а именно интернета и кабельного ТВ. Убедиться в этом может каждый желающий. В абонентском отделе в офисе «Интерсвязи» в Заозерном для посетителей оборудована демонстрационная зона. Здесь совершенно бесплатно предлагается протестировать интернет до 1 гигабита, скачать видео, зайти на сайты и оценить качество интернета и кабельного телевидения. Демонстрационная зона пользуется большим спросом. Многие из участников всевозможных программ лояльности становятся абонентами интерсвязи, поэтому на протяжении 4 лет успешной работы поток клиентов все увеличивается. В преддверии Нового года все абоненты компании «Интерсвязь» получают подарки и приятные сувениры. Если и вы решили присоединиться к большой семье, то пришло самое время. При подключении в новогодние праздники месяц интернета идет в подарок. Лучший подарок Новому году – хороший, качественный интернет. Компания «Интерсвязь» дарит своим новым абонентам месяц интернета в подарок. Для этого достаточно позвонить по телефону 229595 и оставить заявку на подключение. Также можно подключиться у нас в центре обслуживания абонентов в 4-м микрорайоне, где все гости получат приятные сувениры. А для счастливых обладателей нашего кабельного телевидения мы подготовили новогодний сюрприз. На период новогодних праздников большинство платных закрытых каналов будут открыты для просмотра. Подключайтесь и наслаждайтесь. Для просмотра достаточно перенастроить сетку вещания. Огромный выбор кабельных каналов и высокоскоростной интернет от «Интерсвязи» станут лучшим подарком к Новому году. От лица компании «Интерсвязь» поздравляю курганцев с Новым годом. Прошедший год стал для нас настоящим прорывом. Мы стали подключать больше домов, вошли в новые районы города, стали усиленно развиваться. При этом мы не увеличили стоимость оплаты услуг интернета и кабельного телевидения ни на рубль. Это наша гордость, это наша позиция компании. Мы подключили первого клиента 18 лет назад и при этом зафиксировали цены. На протяжении 18 лет стоимость не поднимается. Пусть для наших абонентов 2016 год станет таким же ярким и продуктивным, как и для «Интерсвязи». Подключайтесь, и вы сами убедитесь в стабильности и высоком качестве услуг. Как много кофточек, платья, блузки, юбки. Лакомый кусочек. Скидки до минус 50. Девчонки, это не шутки. Большая распродажа в фирменных магазинах «Леди Шарм». Поясничные боли и межпозвонковые грыжи пусть останутся в прошлом. Передовые методы лечения доступны и в Кургане. Медицинский центр здоровья. Телефон 48-58-00. Такая прочная титановая оправа. В салоне «Тысяча оправ», купив очки, ты будешь прав. Сдать на права онлайн – это реально! Автошкола «Фаворит». Новинка в Кургане. Онлайн обучение. Телефон 550-642. Япошка – это вкусно! Доставка паназиатской кухни. Япошка-курган.ру. Телефон 620909. Зима. Бегущая строка с хорошей скидкой продается. Кто вовремя успел подать, успеха большего добьется. Найди свою активную точку. Принимаем железо по 7 рублей, самовывоз 6 рублей килограмм. Медь 270 рублей, бронза 160 рублей за килограмм. Улица Тропинина, 22. Телефон 55 90 90.